Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. И сегодня хотел поговорить на тему внешних и внутренних ощущений в танце, совпадение, несовпадение и о том, что важнее. Итак, поехали. В жизни у предметов, явлений, событий, людей бывают часто две стороны, собственно говоря, всегда. И часто бывает несовпадение внешнего и внутреннего. Ну, например, конфетка – говно, обертка красивая, высокая, красивая блондинка, тупая, как пробка. Либо наоборот, устаревшая модель автомобиля с форсированным движком. События, происходящие в какой-то стране, освещаемые в другой, в прессе, совершенно иначе. То есть бывает несовпадение внешнего и внутреннего, и, собственно говоря, такое бывает часто и в танцах. Но чтобы понять про несоответствие, несовпадение внешнего и внутреннего, надо разобраться, что же составляет внешние ощущения в танцах и внутренние. Внешние ощущения от, скажем, танцевальной пары – это то, как пару воспринимают судьи на конкурсе, если это спортивные танцы, и обычные зрители. Внутренние ощущения – это ощущение комфорта, удобства. И они бывают двух различных типов. Это технический комфорт, техническое удобство. Это когда партнер очень мягко, очень понятно ведет, не валит с ноги, помогает сохранять баланс. Когда партнерша реагирует вовремя, своевременно на это ведение. И момент эмоционального комфорта, эмоционального удобства, когда пары могут, не ругаясь, достаточно спокойно тренироваться, обсуждать на тренировках какие-то проблемы. Так вот, если посмотреть, что важнее, внешнее или внутреннее, я бы предложил, во-первых, разделить спортивный танец и социальный танец, потому что, ну, уже, наверное, хватит полемики на этот счет, что лучше, что хуже. Это просто два совершенно разных танцевальных направления. В одном вектор направлен наружу, вовне из танцевальной пары в спортивных танцах, в другом вектор направлен внутрь танцевальной пары в социальных танцах. И если взять спортивную пару, то внешние характеристики этой пары спортивной составляют shape, это форма, линии, которые демонстрируют танцоры, форма их тел, фигура. Это музыка, как они отображают музыку своим движением. Это техника, насколько легко они могут выполнять сложные элементы. Это хореография, интересная, необычная какая-нибудь. Это костюмы, это эмоции и это харизма. Яркая индивидуальная особенность именно этой пары – неповторимый фирменный стиль. Причем я сейчас перечислил эти характеристики не по степени значимости, но если пара на конкурсе демонстрирует лучший шейп, лучшую музыкальность, лучшую технику, в принципе, такая пара должна конкурс выиграть. Другое дело, что танцы – очень субъективный вид спорта, и оценки зрителей и судей, в частности, какой-то конкретной танцевальной пары, могут очень разниться. Даже оценки разных судей в судейской линейке могут разниться. Поэтому далеко не всегда та пара, которая нравится зрителям, выигрывает и наоборот. Но дело не в этом. А что такое внутренние ощущения от танцевальной пары, например, в социальном танце? Это ощущение старых удобных джинсов, которые уже и давно вышли из моды, и протерлись на коленках, но выбрасывать их не поднимается рука, потому что сидят они идеально, и носить их удобно,
Когда вы танцуете достаточно давно, у вас появляются свои любимые партнеры, с которыми вам удобно, с которыми вам комфортно танцевать, которые вас не валят, которые ведут интересно, музыкально. И вы, каждый раз придя на дискотеку и находя их, выбираете их снова и снова, потому что вы знаете, что это будет удобно. Это будет вот как старые любимые джинсы. А чтобы понять, что важнее, внешние или внутренние ощущения в танцах, нужно попробовать разобраться, может ли существовать одно без другого. Может ли существовать спортивная танцевальная пара без комфортных внутренних ощущений в угоду внешним, поскольку спорт направлен именно на это, на результат. Но начнем с того, что несовпадение и несоответствие внешнего и внутреннего в спортивной паре бывает достаточно часто. Например, пара может демонстрировать достаточно уверенный танец, хороший шейп, хорошие линии, при этом партнеры недостаточно понимают друг друга. Партнер не ведет, валит с ноги, партнерша не всегда приходит на баланс. Но поскольку, например, в бальных спортивных танцах схема отрабатывается часами, днями, годами, то люди танцуют самостоятельно свою хореографию, и внешне это может выглядеть очень убедительно. Партнеры могут ругаться на тренировках, как кошка с собакой, но при этом, танцуя румбу, они демонстрируют страсть, чувство, любовь. То есть при несовпадении внешнего и внутреннего, тем не менее, пара может существовать в угоду внешнему достаточно долго, поскольку в спортивном танце главный результат. Если у пары хороший рейтинг, если один из партнеров оплачивает другого, то в краткосрочной перспективе, несколько лет, такая пара будет вместе, как бы они ни ругались, в угоду результату. То есть в спортивном танце вполне пара может существовать в приоритете внешних ощущений, отодвигая какой-то внутренний дискомфорт. Если мы возьмем социальные танцы и посмотрим, может ли существовать пара только на внутренних комфортных ощущениях без внешних. Попробуем понять, бывают ли совпадения и несовпадения. Ну, во-первых, про несовпадения, мне кажется, даже думать не стоит. К вопросу, может ли пара танцевальная получать удовольствие на дискотеке без каких-то внешних проявлений, без линий, без каких-то интересных костюмов, без сложной хореографии, танцуя не в музыку. Да может. Достаточно прийти на любую дискотеку, посмотреть вокруг. А если попытаться разобраться в вопросе, что важнее, внешнее и внутреннее, ну, вообще социальные танцы – это достаточно интересное явление. Это скорее общение под музыку. Это скорее смена деятельности, когда человек, отсидев, допустим, 7 часов за компьютером, какой-нибудь простой офисный манагер, приходит на дискотеку поменять вид деятельности, потанцевать, пообниматься под музыку. И из-за того, что в социальном танце постоянная смена партнеров, человек может абсолютно не работать над внешними своими характеристиками, над ведением, над элементной базой, над музыкой. Но из-за того, что партнеры все время меняются, ощущения могут быть достаточно интересные, достаточно комфортные вот из-за этой смены партнеров, из-за этой новизны. То есть, в принципе, и социальный, и спортивный танец может существовать в угоду самому главному, тому, ради чего он создан. Один ради внешних ощущений, невзирая на внутренние, другой ради внутренних ощущений, невзирая ни на какие внешние. Но в жизни действует закон естественного отбора, то есть выживает сильнейший. Если вы не развиваетесь, вы стоите на одном месте или деградируете, что в принципе одно и то же. И в жизни действует закон соответствия.
одно тянет за собой другое. Вот смотрите, как интересно. Если мы хотим показывать все время лучший результат в спортивных танцах, занимать все время более высокую ступень на пьедестале, нам придется работать над внутренними своими ощущениями, иначе, постоянно ругаясь на тренировках, мы разойдемся, и рейтинг пары сразу же упадет, поскольку нам придется начинать все сначала в новой паре. То есть, чтобы нам показывать как можно более лучший результат, нам придется работать над внутренними ощущениями, над внутренним комфортом в паре. И одно потянет за собой другое. Точно так же в социальном танце. Если мы хотим получать новые, интересные ощущения от танца, но при этом не хотим работать над собой внешне, набор партнеров, которые с нами танцевали и получили отвращение, рано или поздно закончится. Хотя партнеры в хастле постоянно приходят новые и новые на дискотеке, вас выучат. Если вы танцуете неудобно, некомфортно, не музыкально, дергая партнера, и вам будут отказывать. Все-таки набор незнакомых партнеров рано или поздно закончится. Если вы хотите получать более комфортные ощущения, вам придется работать над внешним. Вам придется учить какие-то новые фигуры. Вам придется работать с музыкой, чтобы лучше танцевать под нее, чтобы ей больше соответствовать. Вам придется работать над взаимодействием. Часто в социальном танце говорят: ну, мы не будем работать ни над чем, это же танец для двоих, мы можем танцевать как хотим. Ребята, танец для двоих, совсем для двоих, это когда я привел девушку к себе домой, мы прекрасно понимаем, что между нами произойдет через какое-то время, и вот мы просто под музыку обнимаемся, когда на нас никто не смотрит. Я могу ее обнимать и покачиваться, и наступать не в сильную долю, не делать какие-то фигуры. Вот это танец для двоих. Когда мы совсем-совсем одни. Когда вы танцуете в общественном месте, на дискотеке, вы должны как минимум уважать два параметра. Это музыку и партнера. Вот этих двух будет достаточно для того, чтобы вы выглядели нормально. Можно не одевать какие-то сумасшедшие костюмы, можно не делать 48 оборотов на одной ноге, но вы должны уважать два параметра – музыку и партнера. Вы должны соответствовать правилам танцев в общественном месте. Правила существуют всегда. В спортивном танце, в европейской программе, это движение, например, по линии танца, по краю зала против часовой стрелки, для того, чтобы вы не сталкивались друг с другом. Это работа постоянно над собственным балансом. Опять же, в угоду внешним ощущениям, для того, чтобы не падать, не стягивать партнера и получить более высокое место. Точно так же вы должны работать над собой в социальном танце, для того, чтобы вы получили более интересные ощущения и соблюдать какие-то правила. Мы не будем соблюдать никакие правила, мы танцуем как хотим. Можно, конечно, прийти на концерт классической музыки и, засунув наушники в уши, слушать рок. Выбегать в проходы, танцевать. Ну, собственно, я ж купил билет, я ж заплатил, я могу себя вести, как я хочу. Но существуют какие-то правила поведения в общественных местах. Все-таки, когда вы приходите на концерт классической музыки, никто ж вас не тянул, можно посидеть дома. Наверное, есть смысл послушать произведение, которое написал композитор. А когда он его писал и закладывал туда какие-то эмоции, какие-то чувства. Можно попытаться понять, чуть-чуть развиться. То же самое, приходя в общественное место, на дискотеку, вы должны уважать правила танцев в общественном месте. Это, как я уже говорил, обязательно два параметра: музыку слушать и танцевать в паре с партнером удобно, понятно, комфортно. И развивать постоянно себя для того, чтобы ощущение вот этого вот совпадения, ощущение старых джинсов происходили чаще. Иногда бывает, берешь за руку партнера на дискотеке, танцуешь несколько движений и понимаешь, вот идеально, вот мое, на 100% совпадение полное.
Такое бывает нечасто, раз-два в году, но вот чтобы такие ощущения происходили чаще, закон соответствия. Одно притягивает другое. Нужно работать над собой, над своими внешними характеристиками, чтобы внутреннее совпадение у вас происходило чаще. Поэтому, отвечая на вопрос, что важнее, внутреннее или внешнее, мне кажется, важнее гармония. То есть, когда вы кушаете хороший бабаевский шоколад или швейцарский в красивой обертке, когда вы общаетесь умной и красивой женщиной, доброй, верной, при условии, что вы хотите общаться с ней в долгосрочной перспективе. Поэтому, несмотря на то, что социальный и спортивный танец – это очень разные направления с векторами, направленными вовнутрь и вовне, мне кажется, самое главное – это гармония. Поэтому самое главное, как говорил батюшка в том анекдоте, когда приходит к нему молодая пара и говорит: «Ну, батюшка, повенчать нас надо, все вместе, хорошо у нас». Самое-то главное, что в жизни? Он говорит: самое главное, дети мои, чтобы между вами была гармония. Ну, через 2 дня Ванька приходит к нему, говорит: батюшка, все хорошо, все замечательно, но так баян мешает, ночью выбросил я его. Баян-то не выбрасывайте.